Притчи Иисуса представляют собой наиболее сложный для понимания пласт его прямой речи. Даже для современников они были по большей части непонятны. Ученики спрашивали Иисуса: «Для чего притчами говоришь им?» Он отвечал: «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано. Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они, видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют». Так ответ Иисуса ученикам изложен у Матфея. У Марка он звучит несколько по-иному. «Вам дано знать тайны Царствия Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют, да не обратятся, и прощены будут им грехи». В русском переводе разница между двумя редакциями Матфея и Марка сглажена. В оригинальном тексте Евангелия от Марка вместо «потому что» стоит предлог «чтобы». Это придает тексту иной смысл. Буквальный перевод слов Иисуса по версии Марка звучит так: «А тем внешним все бывает в притчах, чтобы они, смотря, смотрели и не видели, и слушая, слушали и не разумели». Именно так текст звучит в славянском переводе Евангелия от Марка.